Понятно. Окей. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс, в котором мы последовательно читаем недельные главы. И вот в эту субботу мы дружно закончили книгу «Ваикра», третью книгу Пятикнижия. Почему дружно? Потому что был некоторый период, когда в диаспоре читали на одну главу меньше. И в этот шаббат мы в Израиле прочитали главу Бехукатай, а в диаспоре прочитали два раздела. Прочитали Бехар и Бехукатай вместе. Относительно Бехар мы его разбирали, и даже хорошо разбирали. Вот. А сегодня мы разберем из главы Бехукатай определенный отрывок, какой я сейчас вам скажу. Значит, в главе Бехукатай, кроме того, что это последняя глава книги Ваикра, и дочитывая ее в ашкеназских синагогах, мы возглашаем «Хазак, хазак, венит хазак». Еще она интересна тем, что в ней содержится так называемый тохехот. То бишь сначала идут благословения, а потом идут весьма и весьма неприятные такие моменты, которые говорят, которые рассказывают о том, что будет с еврейским народом, если они, не дай бог, отойдут от соблюдения заповедей. Диаспоры еще не окончили, Ваикра пишет мне Анна. Но по моим данным, все-таки дочитали Дагар и Бехукатай вместе в эту субботу. Так, вот, так, что касается благословений и всего прочего. Мы рассмотрели это в предыдущих курсах. Это глава номер 26, Каф, Вав, но не рассмотрели Тохехот. А в этом году у нас есть возможность рассмотреть 27 главу. А что касается, значит, вот этих вот проклятий, у меня есть хорошая отмазка. Даже в синагогах чтец, когда их читает, он их тихо. То есть мы имеем право покамест мимо них пройти. Вот. Ну, тем не менее, они есть. Итак, глава 27 сегодня в очень суженном составе. И еще за одну вещь. Я должен извиниться, у меня отказал Word. И поэтому файлы, которые я вам подготовил и поставил в нашу группу Telegram, они немножко не так выглядят, как я привык. Вот. И я, к сожалению, так и не дошел до моего техника, чтобы он мне Word восстановил. Тем не менее, читаем 27 главу. Она не очень большая. В ней, как мы видим, так, где же она? Насколько я понимаю, Ламед Далет, да? 32 посука. А мы делим их ровно на троих. Итак, начинаю. «Вайдабер Ашем эль Моше лаэмор», и говорил Бог Моисею следующее. «Дабер эль бне Исраэль ве амарта алейхем, иш ки яфли недер баэр киха нефашот лашем». Мысль здесь обрывается, но я переведу эту фразу. «Говори сынам Израиля и скажи им, человек, если он яфли, происходит от слова пеле, пеле – чудо. То есть буквально сделай что-то чудесно. Так дает нам слова. Но по смыслу получается, что если он выскажет своими устами. Недер, мы говорили о том, что такое недер. Недер – это обет, то есть обещание, клятвенное обещание. Что касается недера, если человек пообещал, он должен исполнить, а если он еще и дал недер, он обязан исполнить. Поэтому, если человек что-то говорит, обещает другому человеку, принято, что он добавляет слова «блинетер», то есть «я не даю такой БРХ». Слово «айрх» в данном контексте и в данной главе означает «оценка». Оценка в прямом смысле финансовая. «Нефашот» – души, то есть стоимости существования жизни человека, для Всевышнего. Сейчас мы увидим, что дальше происходит. Так? Если человек решит, говорит комментарий, да, что он даст выкуп за душу свою или какого-то другого человека, ну, например, если человек
серьезно болен или человек находится в уязвимом положении, может, например, быть осужден, да, вот, за него можно не только помолиться, но и обещать в том случае, если все будет нормально, да, дать некое пожертвование в сумме, да, оценки этого человека. И вот мы продолжаем. Гимел, Анна, вы с нами? Да. Вы продолжаете гимел, да? Прошу вас. Да. Вегая РКХ Азахар Мивен Эсрим Шана Веат Бен Шишим Шана Вегая РКХ Хамишим Шекель Кесов Шекель Акодыш. И, да? И будет оценка мужчины от 20 лет до 60 лет. И будет его оценка хамишим 50 шекелей серебряных шекель. По шекелю священному. Да, совершенно верно. Да. Оценка, которую ты дашь, РКХ. Угу. Понятное дело, что тогдашний шекель – это не сегодняшний шекель. Примерно мы можем понять это так, стоимость шекеля, величина шекеля – это 7 граммов чистого серебра. То есть по тем временам это была приличная оценка. Итак, мужчина, да, мужчина, что называется, в полном расцвете сил, стоит 50 шекелей. Да? Не значит, что его можно полностью купить за эту цену, да, но если ты обещаешь, если человек дает недер, то вот он должен учесть то, что здесь написано. Спасибо. Так, Тимофей, читайте далее. Далит. Вы имны кивахи, вы гая эркеха сношим шекин. А если это женщина, давшая обет, то будет оценка 30 шекелей. Почти правильно. Имеется в виду, что если человек, неважно, мужчина он или женщина, дает недер, искупление некой женщины, да, имеется в виду аналогичного возраста, да, будет оценка твоя, то есть ты дашь, да, оценку в 30 шекелей, верно. Так, ну мы видим, что здесь некая асимметрия, некий феминизм, женщина стоит меньше, но обратите внимание, что времена-то были именно такие, что мужчина чем занимался? Он зарабатывал деньги, а женщина чем занималась? Она вела дом. Так, дальше мы увидим такую же асимметрию. Hey, ve im mi bein chamesh shanim ve ad ben esrim shana, a ya erkicha azachar esrim shkalim ve la nkeiva aseret shkalim. Так, а если от возраста 5 лет до возраста 20 лет будет оценка твоя для оценка твоя мужчины 20 шекелей, а женщины 10 шекелей. Вот так. Ну, речь идет о человеке, еще не вступившем в пору расцвета. Так, вам читает Анна, пожалуйста. Имми бен ходыш веад бен хамеш шаним вагая рсеха азахар Камиша Шкалим Кесов Уланакива РКХ Шлошет Шкалим Кесов. Кесов. Так, и если от месячного возраста до пятилетнего возраста будет твоя оценка для мужчины Хамиша 5 шекелей серебряных, и для женщины оценка твоя шло 3 шекеля серебряных. Да, да, совершенно верно. Да. Здесь речь идет я о, считаю, в общем-то... Вот действительно с ценами на рабов эти цены как-то относились. То есть реально это брали какие-то цены. Средние рыночные цены на рабов. Понятно. Да. Хорошо. Да, ясно. Так, Тимофей Зайн, пожалуйста. Спасибо. Зайн. Ваими бен шишим шана вамала им захар вагая эркеха хамиша асар шекель вэла некева асара шкалим. А если из
вот. Старше, 60 лет и старше, да. Если mm-hmm. мужчина, то будет оценка 55, 15 шекелей. А если женщина, 10 шекелей. Да, совершенно верно. То есть мы видим, что пенсионный возраст установлен Торой в 60 лет. Скидки так. пенсионера. И, да, да, спасибо. Я хочу обратить ваше внимание, что ребенок до месячного возраста не оценивается. Он еще слишком мал, во-первых, да, и, во-вторых, нет полной уверенности, что он выживет. По этой же причине выкуп первенца, если он имеет место, происходит на 30-й день. То есть считается, что если он достиг месячного возраста, то, скорее всего, он уже останется жив. Так, теперь я читаю вам хет. В им махву меэр кеха в геэмидо лифней акохен в рих ото акохен альпи ашер тасиг яд анодер яари хену акохен. В данном случае слово «мах» означает «бедный, неимущий». И если неимущий, он от оценки твоей. Имеется в виду, что если ты должен заплатить, допустим, по этому номиналу, по этой оценочной шкале 50 шекелей, но такой возможности у тебя нет, то подставь его перед коином и оценит его коин, и по словам, на основании, что того, до чего достигнет рука того, кто дает недер, обет, да? То есть принимается во внимание и цена человека, и возможности того, кто оплачивает, да? Оценивает, кто оценивает? Коэн. Так, прошу вас. Тет Анна. Анна, не слышу вас. Так, криву Мимена. Mm-hmm. Мимена. Да, я... Так, не слышу. Слышно, нет? Тет. Теперь слышно, да. Тет. Слышно? Да. Слышно? Да. Ва им бегема, ашер и криву. Мимена курван, курван, лешем. Mm-hmm. Ашер и тен мимену, лешем и е кодыш. Если скот, то отдаст из него Всевышнему, будет свято. Ну, видимо, посвятятся, если посвятится скот в жертву, то он будет свят. Да. Угу. Так. Угу. Алло. Да. Я не уверен, что мы услышали все, что сказала Анна. Но надеюсь, что это так, да? Бегема ашер икриву мемена корбан. Это те виды животных. Имеется в виду чистые животные, которых можно в жертву приносить. Из которых приносили жертвоприношение, совершенно верно. То, что посвящают Всевышнему, то оно становится, ну, видимо, каким-то посвященным, его нельзя, видимо, уже никуда там, не знаю, там каким-то другим образом использовать или как-то там подменить или что-то там сделать. Да, будет, да. Да, верно. Да, спасибо, Тимофей. Юд. Юд. Ну, ехали фену. Влю я мир, ото, товдара, ора, бетов, вимхамер, я мир, бегема, вибегема, вегаяху, утмугато, ихе, кодыш. Пробуем. Согласен, да, готов вам помочь с переводом нескольких слов. Но их ли фен он не выменяет? Заменит, да, верно. Не заменит. И ямир – это то же самое практически. Ну да. Где мы встречаем это слово? Вело ямир дато. И не изменит своего мнения. Это из Игдаль. Это гимн, в котором в поэтической форме 13 принципов основ веры Маймонида
утренней молитве. Да, в утренней молитве вначале, да. В общем, не выменит и не заменит его хорошее на плохую или плохую на хорошую. Даже и так. Да. Если Гомер Ямир замена будет заменена, что тут нужна помощь. Ваим Гомер Ямир. Угу. Так. А если он все же заменит, да? Да, скотиной. Животное, да, животное. Да, и будет он и замена его святым. Да, да, да. Так. Бегая у тмура, то тмура – это то, на что заменили. Угу. Да. И то, и другое будет считаться кодыш. Спасибо. Ю, алиф. Бегая им коль бегая тме а. Ашер лоя криву мимену корбан лашем ве эмид эт абейма лифней акоэн. А если всякое животное нечистое, из которого не приносят жертву корбан Всевышнему, и поставит это животное перед коэном, как мы видим, это относится не ко всем нечистым животным, исключение это осел. Так, Анна, прошу, Юдбет. Так, вэ эрих акоэн отта, вэйн тоф у вэйн ра, кэ эркэха акоэн кэм ие. Так, и оценит коэн ее между хорошей и плохой, ну, то есть хороша она или плоха, и да. Как он оценит, как оценит коэн, так и будет. Да. Коин, он такой человек, как сказал, так и нет. Верно. Так. Юд Гимел, Тимофей. Рим Гаоль Иг Алейну Весав Хамишито Аль Эркеха. А если сам выкупит? Да, выкупит сам. Да, то добавит пятую часть к оценке. Совершенно верно. То есть, если он не имеет права заменить животное, про которое он уже сказал, что вот это вот посвящено, да, на какое-то другое животное, но может оставить животное себе, да, если он это делает, то он должен выплатить означенную цену этого животного с добавлением пятой части. Так. Тет вав. Нет, тет-юд, да? Юдалит, извините. Так, ве иш, ягдиш, эт бейто, кодеш лаше, ве рихо, акоэн, бейн то, увейн ра, кашер, ярихо то, акоэн, кен, якум. И человек, если он посвятит дом свой святыне Бога и оценит его коэн, дом, да, от хорошего Хому, то есть по этой шкале, как оценит его коэн, так и встанет. То есть так оно и будет. Так и будет цена этому дому. Но очевидно предполагается, что в доме человек продолжает жить. Он просто выплатит стоимость этого дома, как оценил ее коэн. Тед, вав, пожалуйста, Анна. Так, во имя Микадши, Микадиш. Игаль это бейто, ваястав хамишит кесов, эркеха алав, вагаяло. Так, и если посвятивший, ну, видимо, дом, захочет выкупить дом и прибавить пятую часть серебра к его оценке. Так и будет ему. И будет ему, да, да, будет ему. Угу. Да, Тедзайн Тимофей, прошу вас. Вы мизде ахузато, ягдиш иш лашем, вегая эркеха лефи зарго, зера хомер сурим бахамишим шекель кесов. Угу. Вот, а если интересно, он, да.
Да, если от поля ахузатон, ахуз. Владение его. Ахуза – это владение наследное, да? Да. Выделит человек Всевышнему и будет оценка его. Оценка. Да. О, зар-о. Зар-о, зара. Да, но зар-о, зар-о – это зерно. А, окей. Да, по зерну его. Да. Так. Зерахумер. По посеву, имеется в виду, по посеву его. Да, 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 верно. То есть зерахумер сеорим, то есть посев одного хомера ячменя, махамишим шекель. 50 шекелей серебра. Да, то есть если он из своего земельного надела дает площадь, которую можно засеять одним хомером ячменя, да, ну, таблица приводит, очевидно, соответствие в современных мерках, да, то вот этот, то цена вот такого участка – это 50 шекелей. Так, теперь я, спасибо. В им мишната йовель ягдиш садеху к эркеха якум. Здесь мы вспоминаем, что поле остается за человеком. По сути, он продает урожай, то есть число лет, которые остаются до ближайшего ювеля, юбилейного года, когда поле возвращается своему хозяину. Так? Если от года ювеля посвятит поле его, по оценке твоей встанет. Так? Что это значит, будет разъяснение, которое сейчас нам начнет читать Анна. Ютхет. Ютхет. Ваим ахар айовель игдиш садыгу в хешив ло акоэн это кесов альпи ашаним анотарот от Над Хайовель, Банигра, Веркеха. Только вот здесь слово хишав от слова хошев, вычислять, исчислять. Я поняла, посчитать, да, ну посчитать. Да, просто вы прочитали как несколько другое слово. Итак, в им Ахараевель. Если после юбилея посвятит свое поле и посчитает его коин, серебро по мере... Согласно годам, анотерит оставшихся до юбилейного года и вычтется из оценки. Совершенно верно, да? Ну, то есть пропорционально количеству лет до момента возврата. Так, Тимофей Ютет, спасибо, Анна. Ютет. Вим гаоль игаль это саде. Амагдиш ото ваясав хамишит кесов эркеха аляв вакамло. Так, а если выкупит. Да, поле, посвятивший его, и добавит пятую часть оценки. Денег, да. К оценке. И вакамло, и встанет. Вакамло, и станет ему, да. Да, совершенно okay. Верно. Так, сейчас одну секунду. Скажите, вы продолжаете видеть пока весь текст на экране, да? Я, если честно, Сефари читаю, поэтому... Не, понятно. Как считаете нужным? Так, просто у меня тут есть замечание такое. Комментарий, который я хотел бы прочитать. Так, где мы сейчас? Сейчас будем Каф читать. Каф читаю я, да. В им лоиг аль эт асаде. В им махар эт асаде. Ла иш ахер лоиг аль од. А если не выкупит поле, и если продал поле человеку и другому, то не выкупит его более. Вот таков закон. Закон суров.
Так? Прошу вас, Анна, кав алиф. Вагая асадет, бецето, бе йовель, кодыш лешем, кизде, ахерем, лакоен, тевье, ахузато. Так. И будет поле по выходе его в юбилей. Да. Меня слышно? Святыни Всевышнему, как поле, ну, получается, запретное. Вот. Ну, да, запретное. Для коина. И будет во владении его. То есть речь идет, видимо, как я по комментариям смотрела, оно даже владелец уже не возвращается. Да. Упустил. Так остается в священном таком этом самом состоянии. Для... Да, пользование, да. Угу, да. Кав бет, спасибо, Анна. Кав бет. Ваимец де микнато, ашевло мизде ахузато, якдиш лешем. А если поле искупленного его, которое не поле из владения его, посвятит Всевышнему? Да, имеется в виду, что некий человек купил поле у другого человека, что значит купил поле, купил определенное количество урожаев, и вот он собирается его, именно почему-то этого купленное поле, да, посвятить, да? Так. То тогда что? Кав бет в им эт гасаде бецейто бейовель кодеш лашем кизде херем. Извините, то я читаю или не то? Нет. Кав бет, да? Я кав бет прочитал, что на кав гимель. Кав гимель, извините, да. В хишав логакуэн эт мих сат ха эркеха ат шната йовель. Внатан эт ха-эр-ха бьемагу кодеш ла-шем. И исчислит ему коэн, посчитает ему коэн, михсе – это покрытие буквально. Какой у вас перевод, если вы подскажете мне? Кавгимел 23. Да. Не покрытие. Так. До года юбилейного и даст оценку твою в день тот кодеш вашим святыней Всевышнего. Так? Если у вас под рукой перевод, если можно, прочитайте. То есть сосчет ему священнослужитель сумму оценки до юбилейного года и даст по оценке в тот день святыня Господу. Это столдот. Ну, так мы и поняли. Да. Кав далит Анна. Бишнат айювель яшув асаде ле ашер канагу ме и то ле ашер ло ве ахузат ахузат аэрет аэрет аэрет. В год юбилейный вернется поле тому, кого куплено, у кого купил его, кому принадлежит владение земли. Да. Да. Да, так и есть. Тут вот немножко запутана такая конструкция. Лашер канаху. Тому, кто купил его, имеется в виду, кто купил это поле. Ме и то, от него. То есть понятно, что он вернется своему первоначальному владельцу. Так, спасибо, Тимофей Кавгей. Кавгей. Вихоль эркеха игье бешекель кодыш, эсхаим гера игье ашекель. Да. И вся оценка, не каждая оценка, вихоль эркеха. Да. Как, вся или каждая? Да, Алёжа. Алло, меня слышно? Да. Наверное, пропадал звук, да. Да. Ладно. И вся оценка будет в шекеле святом. 20 гер будет в шекеле.
Да. Ну, здесь подчеркивается, что имеется в виду шекель акодеш, да? То есть, очевидно, разные валюты назывались одним словом шекель. Здесь имеется в виду шекель акодеш, и чтобы не было сомнений, приводится его стоимость в других монетах, которые называются гера. Так, сейчас, одну секундочку. Да, 20 гер. Что такое? 20 гер объясняет, что это 20 монет, которые назывались маа. Вот. И так. Это пишет Раши, можно его посмотреть. Значит, Так. Каждая оценка будет в шекелях святых. 20 гер будет шекеля. Кав, вав, очевидно, я, да? Ах бехор ашер евукар лашем бивейма ло ягдиш иш ото им сор им се, им шор им се лашем у. Слово ах означает то же самое, что рак, только бехор, первенец, как мы видим, скота, который будет у тебя первенец, которого ты получишь как первенца, да, он будет посвящен как первенец Богу в скоте. Не можешь ты объявлять его святым, да, человек. Человеку не дано решать, свят он или нет. Будь это бык, будь это овца, Всевышнему он, то есть Бехор, он уже и так является посвященным Всевышнему. Так? Спасибо. Спасибо, это я говорю себя, очевидно, да? Анна Кавзайн. Ваим бебегема атмеа уфада беркеха ваясав хамишито алав ваим ло игаэль Панимкар БРКХ. А если из кота нечистого и выкупается по оценке его и добавится к нему пятую часть, и добавится пятую часть, если выкупается. Если не выкупается, то продается по оценке его. По твоей. Совершенно верно. То есть, если хозяин его покупает, он должен добавить одну пятую часть, но если покупает кто-то другой, то оценка уже определена. Да, верно. Спасибо, Анна. Кавхет читает Тимофей. Кавхет. Ах, коль херем, ашер ехарим, иш лашем, миколь ашерло, меадам увэгэма, умизде, אחוזתו לא ימחר ולא יגאל כל חרם קודש קודשים הוא להשם. Да, тут мы встречаемся с то, что называется херем, отчуждение. Слово херем, сейчас пару слов я скажу, да? Херемом называется, например, имущество заклятого города. То есть, если город подлежит уничтожению, будь это город врага, который не сдается, будь, как, например, было с городом Ай, будь это город, в котором, не дай бог, большая часть населения впала в идолопоклонство, да? Вот это имущество называется херем, и его нужно только уничтожить. Здесь используется то же слово, тот же термин, в несколько другом значении. Человек отчуждает от себя. Да? И что же мы видим? В им коль херем. Тимофей, прошу вас. Ах, коль херем. Если все отчуждение, которое отделит. Ну да, отчуждит. Отчудит. Человек Всевышнему от всего, что у него, начиная от человека и скотины, и поля во владении его, лё и махер не продаст, лё и гаэль, и не приобретёт, и не выкупит. Всё отчуждённое,
святое святых – это для Всевышнего. Да, спасибо. То есть мы встречаем здесь другой человек. Да, херем. Кафтет коль херем ашер яхарим мин адам ло ефаде мот юмат. Вот здесь говорится... сейчас, одну минуточку. Кажется, здесь, да, здесь смысл немножко другой. Поскольку здесь использован термин херем, да, параллель идет... Извините. Закон о человеке, приговоренном к смертной казни. Да? Он... его судьба определяется вот этим херемом. Да? Он не может быть искуплен. Он не может быть выкуплен. Мот юмат. Он должен смертью умереть. Имеется в виду человек, который приговорен к смертной казни судом, да, за совершенное преступление, за убийство. Вот, и выкупать его запрещено. Ламет. Анна, прошу вас. Так, ну я тут выше все-таки я посмотрела, вижу, что отчужденное, вот это имеется в виду все-таки именно посвященное, то, что посвященное, но он пишет тут по-разному. То ли это то, что должно принадлежать храму и священнослужителям, то, что никак не выкупается, не продается, то ли еще что-то, то ли то, что посвящается тоже каким-то образом. Я, кстати, смотрю, тут перевод есть еще отчужденное. Да. Обреченная, как обреченная. Ну, обреченная, смысл... да. Вот у меня написано тоже обреченная, ага. Как бы какой-то другой оттенок, смысл... как будто. Обреченная, да. Это вот тот херем, который надо уничтожить. То есть это не имеется в виду, точно даже свеч. Да, очевидно, так. Не о нем речь, конечно. Это не... Так. Вехоль маасер аарес. Мизер агарес ми прей ми при аэс лешем гу кодыш лешем. И всякая десятина из посевов земли, из плодов дерева для Всевышнего Вышнего. Да. Святая для Бога. Да, верно. Спасибо. Так, для Всевышнего посвящается его, и не надо никуда покупать, так отдается. Да. Так, спасибо. Так, Тимофей Ламет Алиф. Ламет Алиф. Вим гаоль игаль иш мимасо хамишето Йосеф Алав. Если выкупает человек из десятины его, пятую часть добавит сверху. О чем здесь идет речь? О той десятине, которую человек должен принести в Иерусалим и там это съесть. Да? Ему разрешается эти продукты продать на том месте, где они у него находятся, то есть там, где они созрели. И к этой сумме он должен добавить одну пятую. И вот не сами плоды, а вот эти вот деньги, на которых перешла святость маасера с плодов, он приносит в Иерусалим, и там он их должен проесть и пропить. Он не обязан покупать такие же продукты. Он может купить, например, мясо, фалафель, рыбу, йогурт, пиво и так далее. Ну, понятное дело, вино. Вот. Но эти деньги он должен именно съесть, и именно в Иерусалиме. Он имеет право на эти деньги купить угощение всем знакомым и незнакомым. Поскольку обычно это происходило в праздники, да, то покушать всегда, всегда там было. Так. Угу. Ну, в этом случае, как мы видели, он должен прибавить пятую часть. Теперь я читаю Ламет Бет. Вехоль маасар бакар вецон, коль ашер яавор тахат ха шавет, ха асири ие кодеш лашем. Тут надо немножко объяснить, как это происходило. В комментарии мы это видим. А всякая десятина
из быков и овец, то есть из чистого скота, все, что проходит под посохом, десятый будет святым, святым Всевышнему. Здесь речь идет о приплоде скота. Да? Когда у, допустим, овец рождаются дети, ягнята, вот они проходят через врата и кнутом, хлыстом, обмакнутым в красную краску, помечает хозяин каждое десятое животное. Он считает хат, штай, шалош, арба, хамеш, шеш, шева, шмоне, теша, асири, кодеш. Асири, кодеш, десятый святой. Да? Таким образом, да, вот все помеченные животные – это каждое десятое. Ламет, гимел, анна. Вело ивакер бентов лара, вело имерену, ваим хамер имерену, вагаягу мурато, вие кодышло и гаэль. Да, верно. И не тут, правда, перевод тут пишет и комментарий, нельзя разбирать между хорошим и плохим. Хотя и вакер, да, различать. Да. Вакер, между, нельзя различать между хорошим и плохим и не заменять. И не заменять, да, его. А если заменит его, то будет оно, будет замена это святыней, будет оно святыней, священным. Совершенно верно, да? То бишь он и, должен подать. Да. То есть эти овечки, эти барашки должны идти подряд. Он не может сделать так, что первый, второй дошел до девятого и видит, что десятым идет такой симпатичный барашек, которого он хотел бы оставить себе. Он говорит, пусть будет этот первый, а вместо него пусть следующий будет как бы десятый. Да? Это, он, на это он не имеет права. Но аналогично, если этот барашек будет захудалым и он скажет, ну что, я такой человек, что я отдам Богу вот такого тощего барашка, меня засмеют, скажут, наверняка смухлевал. Да? Тоже он не имеет права его заменить другим. Так? А если же он это сделает, то и сам он и замена будут для Бога. И, с вашего позволения, я прочитаю Лава Далит. «Эле амитсвот ашер цвашем эль муше». Эль бне Исраэль бехар Синай, казак, венит хазык. Вот заповеди, которые заповедал Всевышний Моисею и сынам Израиля на горе Синай. И мы этим заканчиваем с Божьей помощью книгу Вайкра. Следующее воскресенье, надеюсь, мы уже прочитаем первую главу книги Бамидбар. Значит, напоминаю вам, что идет сейчас период Сфират Омер, и значит, ссылки на те занятия прошлых циклов, где мы разбирали, во-первых, Пизмон Бар Йохай, и, во-вторых, книгу Рут, да, я как-то вот в один из прошлых разов ставил на нашу группу в Телеграм. Ну что же, с вашего позволения, наверное, мы заканчиваем. Так, сейчас одну минуточку. Я хочу взглянуть, когда у нас Йом Ярушалаем. На какой день он выпадает? Никто не помнит наизусть? Нет. Просто мне это интересно. В Йом Ярушалаем нет. Вот день Киева я вижу, а день Ярушалаема я не вижу. Но в любом случае, товарищи, мы будем рассчитывать, что следующее занятие через неделю мы проведем уже по книге Бамидбар. Спасибо за внимание. Если вопросов нет, я на сегодня заканчиваю. Хорошо. Так, теперь, Тимофей, я должен остановить запись, да? Да. И, так, и остановить трансляцию. Оно уже куда-то сохраняется автоматически. В облако. В облако должно сохраняться. В облако, да.